Большой шум вызвала сегодня недавняя поездка Владимира Жириновского на Тайвань. И Дума накануне визита в Пекин своей официальной делегации пыталась было по инициативе фракции «Яблоко» принять специальное постановление и отмежеваться от действий вождя ЛДПР, чтобы не ссориться с Китаем, не признающим независимость Тайваня. Жириновский и его соратники были возмущены. Вы даже ничего не знаете о поездке. Мы что, отчитались, рассказали вам? Может, вы вообще там не были? Да ведь все написано. Государственная Дума сожалеет о том, что неосторожные... Какие неосторожные? Безответственные действия. Какие безответственные? Нескольких депутатов. Каких депутатов? Вы понимаете, так даже ну, дети не напишут. Это мультфильм. Чебурашка вышел, встретил какого-то там, не знаю, еще этого, Мишку какого-то, Гену крокодила. Ну что, мы государственные думали, что? В итоге большинство депутатов доводы членов ЛДПР убедили больше, чем доводы представителей «Яблока». И никаких постановлений про Жириновского Дума принимать не стало.